Поговорим о перке искры. Искра замедляет крафт не от скорости крафта, а от скорости кабины и двигателя. И то не на 72%, так как у разработчиков это 60-61%. Вот вам пример. Крафт с кабиной Террера с двигателем Гепард на ногах вообще не замедляется. То есть заискрённый или не заискрённый, все равно будет 40 км в час. И смысл этого перка. Осмотрим еще один пример. Крафт на Хойра с кабиной Квант с двигателем Гепард со скоростью 75 км в час снижается до 62 км в час. При работе искры на 72% типа. А крафт на ногах с кабиной Каракурт замедляется до 40 км в час с фактической скоростью 50 км в час. Это не очень похоже на 72%. Вот посмотрите, мы берем кабину Террера, у которой в ТТХ написано максимум 100 км в час, и отнимаем от нее 60%, получаем 40 км в час. Поэтому ниже 40 км в час на ногах она и не опускалась. Также с Каракуртом, от 60 мы отнимаем 60%, получаем примерно 35-36 км в час. И смысл этого перка, который отнимает скорость от кабины и двигателей.